какие часто тело, ну, часто тело у девушки, ты блин, прямо... Жопа, жопа, да, часто. Прямо часто. Какие? Попка. Hey, what's up, guys? I'm in Krasnodar, and today we're just gonna have fun. It's just fun in the park. So we're gonna ask people some questions, some personal questions, and we are also going to flip the bottle. Who gonna get 1,000 rubles for this challenge? So let's go and see. First of all, subscribe to my YouTube. People like dating. People like getting good girls. But what do they like in these girls? What part of a woman they like? So people will ask and. It's gonna be fun, so watch this till the end and see you in the next video. Subscribe. What do you want? Для просто мне интересно спросить сегодня мужчики, чем они нравятся, они для них нравятся в девушке. В общем, ну чтобы она как минимум кожная была, непростая, потому что сейчас такие вот кожи, такие. Да. Простая, обыкновенная девчонка, которая ухаживает за собой, которая умеет разговаривать и умеет правильно разговаривать. А которые, ну, такие толстые? Ну, мне это не по моему вкусу. Мне нравится вон тут, видишь, красивая справа девочка. А слева мне не нравится. А туда? Да. Такие, сочная, да? Да. А какой тебе нравится? То же самое, обычные, простые девушки. Ничего в них шипастого. А как его у тебя? Ну, мне, чтобы главное, добрая была, добрая, искренняя, да. Ну, и чтоб пожалела там, поляла-лякала там. Ну, да, такая. А типа, а если часть тела какой? Да, ну, что просто... Подтянутая была, подтянутая. Не, какая часть тела нравится больше? Какая часть тела? Ну, просто... Да, говори, братан. Просто... Ты видишь девушка, вот, да? А у тебя просто... А, это мне. Это мое. Да, это мое. Да ну попа, конечно. Попа. Ну да, сиськи чего они, да, ты же, блядь, в жопу пересовываешься. А какой у вас? А у меня, скорее всего, ноги. Ноги? Стройные, высокие, длинные, красивые. Длинные, длинные. Ты преподаешь? Да. По-английски? Да. Круто. Great. Yeah. Ладно, счастливо, мы пойдем. Давай. Все очень приятно вам общаться. Nice to see you. Hi, how are you? Do you speak English? I'm interested to ask you a question. Are you dating? No. You have a boyfriend? She has. You have a boyfriend? Yes. What do you like in a boyfriend? Что нравится? Да, что тебе нравится? Блин, это очень сложный вопрос. Когда ты любишь человека, тебе нравится в нем все. Ну, вам проще сказать, что раздражает. Раздражает, когда не моет посуду, а все остальное нравится. Окей. Okay. А какие части тела тебе нравятся в мужчине? Глаза и руки. Вот, модель. Окей. Что? А какой у тебя? Часть тела? Да. Руки. Руки? Да, кисти. Это вообще прям красота. Тебе подойдет? Ты? Да. Maybe. Какой, I don't know. Какой тебе вкус? Вкус? Ой, вообще нет определенного вкуса. Но я очень люблю юморных ребят. Прям сердечко всегда. А так, всегда разное. Вообще, из-за этого сложно. Африканский мафия, не хотите? Как зовут? Меня? Да. Яна. О, Яна. Таня. Таня. А меня зовут Лови. Класс. А что тебе нравится в мужчинах? Мне нравится в мужчинах, наверное, уважение. Уважение? Все очень, да. Чтобы меня уважали, ценили и не оставляли на второй план. Окей. Второй план. Это не вариант, да? Нет. Это не вариант. Когда на первом месте работа, а потом уже я. А когда... А френд-зон? А что ты... Помнишь, что там? Френд-зона? Френд-зон. С моей стороны или с своей? Да, с твоей стороны. Много было френд-зон. А ты уже поставил много на френд-зон? Достаточно. Почему? Почему поставили? Потому что... Потому что мне просто не нравились они, наверное. А, не нравились? Да, не подходили как-то.
Вот. Или они не могут купить KFC? Нет, не из-за этого. Ага. Вот. Ну тогда спасибо. Ага. Спасибо, давай. До свидания. Давай-давай. Почти. Okay.
See you in the next video. Subscribe.